Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, животворящего Твоего Духа, да будут очи Твои взирающие на Него милостью выну, и уши Твои, еже услышите глаз моления Его, вознесли Его делях руку Его, и во всем кромороде Его, да исповести Тебя, поклоняйся и славя имя Твое великое и вышнее, и восхвалить Тебя вы.